Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о гигантских колючих клопах-хищницах Пситалохорид. Ты беспощадный убийца, скрытый клинок наготове. Эти жуткие существа называются ахорида, что по латыни означает «ужасный». По-английски их называют ассасинами. Эти клопы-хищницы самые крупные в мире. Они достигают длину 5 сантиметров. Красные и черные – это классика предупредительной окраски. Их слюна – это ужасающий по своей мощи белковый коктейль, способный растворять ткани жертвы. При попадании в глаза он способен вызвать потерю зрения. Таракану отец. Они способны охотиться группой и нападают на крупных мадагаскарцев. Справишься с ним, ведь ты ассасин. Малыши рождаются ярко-красными с желтыми лапками. Личинки растут до имага 6-8 месяцев в зависимости от температуры и живут 1-2 года. Течет, меняется мир, но в каждой эпохе свой ассасин.